одной стороны подпеклить, переворачиваем. Вот такие пирожочки, красавчики у нас. 5 минут делов, друзья. Вот такая красота получается. Привет, друзья! Супер, что заглянули к нам на канал. Сегодня у нас простецкий рецепт, минимальный набор ингредиентов. Здесь у нас картошечка, яйца, зеленый лучок, все, что есть дома. Немного муки, кефир. Готовим мы сегодня ленивые пирожки. Готовится не настолько просто, что справится даже ребенок. Погнали! В миску выливаем теплый кефир. Точный рецепт, друзья, как всегда, под видео в описании. Там же лайк, подписка, все там найдете рядышком. Добавляем соду, сахар и соль. Солим сразу побольше, так как у нас туда еще пойдет картошка, яйца, лук. Это тоже все не соленое. Добавляем одно яйцо. И все хорошенько перемешиваем. И просеиваем муку. И все, конечно же, размешиваем до однородной массы. Вот так вот все просто. Вот такое вот, друзья, тесто у нас получается, как на оладьи. И теперь все это мелко нарезаем. И отправляем всю эту красоту в тесто. Хорошенько все перемешиваем. И все, друзья, тесто наше вместе с начинкой уже готово. Осталось только испечь. В сковороде разогреваем хорошо масло и убираем на температуру ниже среднего. Потихоньку выпекаем. С одной стороны подпеклить, переворачиваем. Вот такие пирожочки, красавчики у нас. 5 минут делов, друзья. И такая красота получается. И вот такие вот, друзья, красавцы у нас получаются. Ай-яй-яй. Красота. И в этом темпе, друзья, выпекаем теперь все наши пирожочки потихоньку, не спеша, на слабом огне. И все получится. Отличненько. Друзья мои, ну смотрите, 5 минут делов, и вот такая вот красота у нас получилась. Вот такие обалденные пирожочки. И теперь, друзья, наливаем чайку, набираем сметанки, берем пирожочек, смотрите, какие они внутри. Пышненькие, лучок, яйца. Ай-яй-яй. Макаем сметанку так вот. Тут вкус сразу 2 в 1. И пирожки с картошкой, и пирожки с луком, с яйцами. Потрясающая идея. Уверен, вам понравится. Очень вкусно. Ребятки, как просто. Поставили чайник, пока чайник закипает, пирожки уже готовы. Вай-вай-вай. Красота. Спасибо вам, мои дорогие, за ваше внимание. Не забываем лайк, подписка. Жду очень ваши отзывы. И до новых встреч. Пока-пока. С вами Вашишкин. Это просто бесподобное что-то.